Ребятки, всем привет, с вами Александр, Monster Legend, и сейчас мы будем тестировать Warsong Skull Crusher, Figasher и еще прочее. Короче, в общем-то, у нас есть три стихии на выбор. Первая базовая, самая слабая, по-моему, получается, потом уже мрак и свет, плюс-минус одно и то же. Сразу давайте пробуем суперку. Ну так, взлетела Секира, всех рубанула, и зыбучие пески нам дала. Так, давай, следующий удар просто дает зыбучие пески. Ну, удары, первые два удара самые сильные идут. А потом второй, третий удары идут послабее. Так, давайте восстановимся. Что у нас там следующее по счету? Ну, то же самое. Нормалек. Так, они сразу появляются, они нам не отвечают, конечно, это, наверное, плохо. Массовый удар со снижением урона. Так, дальше удар идет 45. Это самый слабый удар. Но он зато удаляет щит у всех врагов. Так, ну давайте еще суперка их добьем. Так, переключаемся на мрак. Суперка, в принципе, здесь уже повеселее. Кровотечение плюс одержимость. Должно быть круто. Ну, давайте. Так, у нас уже секира. Тихо. Так, первый, самый сильный удар 80%. Минус 29, хорошо. Второй удар, сила 70, кровотечение и паралич, тоже неплохо. Третий удар массовый, снижает урон, то есть второй, третий и четвертый удар у всех стихий одинаковый получается. Только сила отличается. Если в мраке у нас там было, по-моему, 40, 50 и 45, то здесь уже повеселее будет. Массовые удары помощнее. Отнимает щиты. Не, такая же сила с отнятием щитов, как и в стихии земля. Переключаемся на свет. Давайте смотреть. Здесь у нас солнечный ожог и паралич. Первый удар, сила 80, так же, как и у мрака. Второй удар, сила 70. Паралич и солнечный ожог. Третий удар, сила 40. То есть это слабовато. Подождите. 40 и 45 получается. Минус 25 урона. Давайте всех очистим заново все. Так, и 45. Ну, последний удар вообще, да, у всех стихий одинаковый. 45-40. Ну, по-моему, должен быть и посильнее. Ну, там даже видно, когда вы выбираете еще до начала боя, то есть, когда тыкаете по стихиям, там видно, то есть, как бы по зеленым полосочкам, у кого сколько силы. Вот здесь получается 40-45, у света последние два удара, да? Что у нас у мрака? 45-40, то есть, точно так же, и здесь 70 и 80. А вот здесь уже будут отличия. 45-40 одинаково. Да, а здесь уже будет 65
и 75, то есть не 70-80, а на пятерочку поменьше. И зыбучие пески, плюс, ну, в общем-то, мрак и свет повеселее будут. Ну и напоследочек еще все суперки. Ну, кровотечение — это хорошая штука, а еще и содержимостью это намного лучше. Так, ну а свет у нас ожог и паралич. Ну, одержимость лучше, то есть мрак нравится больше. Все-таки одержимость — это дополнительный урон. А здесь кровотечение, ну вот одержимость, кровотечение — это must have. Ну, мне мрак больше всего нравится. Ну, а здесь вообще отстой. Зыбучие пески какие-то. Правда, не помню, сколько забираешь зыбучие пески. Самый больший урон у нас от горения и от кровотечения раньше был. А сейчас уже солнечные ожоги, зыбучие пески, вот как-то я не помню, сколько они там забирают. Так, ну на этом, в общем-то, все. Сейчас давайте еще там минуточку пробежимся. У нас была какая-то микролабиринт, скажем так, на Гриффина. Вот он шел там что-то в районе денек-два. Вот. Вообще очков, короче, мне не насобиралось. Там было что-то в районе 700 с чем-то. Я вот тут дошел, наверное, всего лишь до середины, ребята. Так, а следующий на прокачке, на выходных, думаю, сделаю, будет водяной. Он у меня уже высиделся, осталось его только прокачать. Так. Ну так что дальше, ребятки, в общем-то, кому интересно, может досмотреть, куда я там дошел. А я с вами прощаюсь, до скорых встреч.